песни, которые написаны не только на русском. Есть песни, написанные на родном моем языке армянском. А также есть песни, написанные на английском. Сегодня на английском петь я не буду, но на армянском я спою. Песня называется «Я люблю тебя». Ты без моих самар, а я не сулусим, я тихо.
Я иду и небо не пою,
большое. Надеюсь, представительницы слабого пола оценили эту песню. Следующая песня называется «Как мне быть». Она звучит на радио как в России, так в Беларуси, так же на Украине, в Украине, прошу прощения, и в Армении, моей любимой родной. Называется «Как мне быть». Поехали. Меня в социальных сетях.
найди меня очень просто. Арузю, вот как тут написано. В социальной сети, запрещенной на территории Российской Федерации, бизнес-экстремистской, Инстаграм, Арузю, плюс 3, еще 3 двойки, 333. Вот, на самом деле, немного поговорю с вами. Я весовый парень. Вчера прогонял программу, ел мороженое. Сегодня перед выступлением ел мороженое. Думал, выйду не спою, но мне кажется, все успешно. К чему я это говорю? Если вы чего-то желаете, делайте это. Желаете сказать любимому человеку, что любите его, делайте это. Желаете начать что-то новое, делайте это. Не стесняйтесь, не бойтесь и воплощайте свои мечты.
Всем спасибо. Воплощайте мечты и до новых встреч. С вами был Арутюн. Спасибо большое.